Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Драконы Всадники Олуха. У нас 21 день, и забираем 450 склянок. Праздничные светлячки, вот это что у нас? Оказывается, я думал, что это просто баночки. Так, яйцо это у нас созрело. И тут у нас кто? Шепот смерти. Слушай, ну я его отпущу. Он мне не нужен и даром, как говорится. Так, сегодня мы с тобой будем доброходить события, которые у нас осталось. Но сначала заберем ресурсы. Так, этого отправляем, этого отправляем. Так, ветрокрыл мне принес железо. Кстати, у нас есть с тобой древесина? Хм, я пак не открыл. Видимо, забыл. Так, давай посмотрим, что нам здесь выпадет. Кошмарный пристиголов, лаварык, водорез. Ну и чутка ресурсов. Так, а древесины у нас не хватает, да? Ладно, пускай пока он летит за добычей. Так, за древесиной мы его отправим. Древоруб, лети-ка тоже за древесиной. Костолом, ты пойдешь тоже за... Кстати, 215 миллионов, а нужно 250, да? Нам не хватает совсем чуть-чуть. Так, барсик, неизвестный вор. Бесплатно, пускай летит. Ищет этого неизвестного вора. Грамгильда, будешь прокачиваться сегодня на Титана или нет? И, конечно же, нет. Конечно же, ребята, мимо все. Так, ну что, пускай летит, продолжает обучаться. Тут, смотри, 3 часа еще, да? 4 даже еще ждать нам придется. Куда же нам тогда с тобой податься? Скажи-ка мне на милость. Так, подожди, дай-ка я камеру, наверное, отдалю. Вот так вот. Новая способность. И сколько ты? 490. Ага, он за рыбу, ребята, будет искать нам железо. Слушай, ну с одной стороны это хорошо, но нам нужно прокачивать ему уровень 85. Пускай летит. Так, он полетел. А здесь у нас весночес. Твою налево. Блин, почему так помаленьку, ребят, прибавляется, а? Пускай летит, дальше продолжает обучаться. Этого за древесиной. Тебя тоже за древесиной отправим. Шепот смерти. Давай, наверное, да, лети за древесиной тоже. Так, рыбу у нас тут дофигище. Так, у него 85 уровень, поэтому пускай идет за рыбой дальше. Тут у нас 69 уровень. Ну что, кормим? И пускай летит дальше прокачиваться. Так, подожди-ка, нам нужно найти шлем. Хотя, зачем нам искать? Уже все равно, ребята, мы уже ничего не успеем собрать. На рынок. На рынке у нас... Ну, во-первых, бесплатный пак. Загадочный. Давай мы его вскроем, посмотрим. Крылатый ужас, древоруб, кревет и ресурсы. Так, и я думаю, что нужно нам посмотреть еще рекламный пак с тобой. Вот этот. Монеты Одина и, ко всему прочему, начинка. Так, древоруб, престиголов, громорог и все. Ребята, больше чего еще ожидали? Ух ты, премиум. 5000 рублей, ребята, стоит премиум пак. Это просто грабеж какой-то. Слушай, у нас еще тут тусклый янтарь, оказывается, завалялся. Так, мы его забрали. Ну что, теперь давай посмотрим, что нам эти голубчики принесли. Все то же самое. Никаких новинок здесь нету. Так, зеленая смерть. Треска. Плюс тусклый янтарь. Ладно, пускай они все тут ищут, добывают. Так, древоруб, а какой у меня уровень? Точнее, это парящий прихвостень. 42-го, да? Это маленький еще. Так, верхолаз. Надо будет верхолаза, ребята, отправить
На прокачку, где он? Вот он. Трындец, у нас уже места нету. Это как всегда. Ладно, здесь мы с тобой открываем пак. Вот этот, который у нас уже созрел. И здесь у нас ужасное чудовище. Шторморез, кревет, громобой защитник. И следующий на открытие. Здесь награды. Так. Янтарь. Блестящий. Две штуки. Слушай, мы сразу закажем. О, еще две. Три. Угу. Три янтаря. Плюс вот здесь вот 75 тусклого янтаря. Плюс ко всему прочему берем с тобой 100 банок со светлячками. Ну и остается идти нам на события. По-моему, все здесь уже сделали. Что-то копошаться. Что копошаться, я не понимаю. Так, ты рыбу мне принес. Да, погнали с тобой на события. Так, 4 дня еще осталось. Так что время есть, ребята. Поехали. Тут у нас будет через 2 поединка доступен пак ареновский. Ух ты, скалотряс. Он один здесь? Ну что, поехали. Кусается больно. Тогда мы сделаем вот так. Понижаем броню. И добиваем. А здесь у нас тройной удар. И два шепота смерти. Так, хиляться нужно, но в принципе да, пригодится. Так, погоди секунду, что они тут хотят сделать? Ага. Так, успокойся. Минус тройной удар, плюс ко всему, давай вот так, наверное, сделаем. Это у нас вторая волна, да. Можно, в принципе, сейчас... Ох, ничего себе. Ты смотри, что он сделал, а? Штормореза нам уничтожили. Слушай, а что он так сильно жжет, а? Ну-ка, Барсик, уничтожь его. Ну что же, победа. Крутим колесо и смотрим, что нам здесь выпадает. Это древесина, 75 миллионов. 75 миллионов древесины, это вообще фигня на самом деле. Хотя мы с тобой можем отправить ветрокрыло добывать нам железо. Так, друзья мои, очередной поединок. Это у нас уже будет ради пака. Так, здесь у нас душители. Две штуки. И две волны. Промахнулся. И этот промахнулся. Что они такие косорылые-то, а? Минус один. Сейчас мы и с этим с собой разберемся. Так, тихо ты буянишь. На, получи. И добивка. Переходим на вторую волну. Так, здесь у нас шепот смерти плюс ко столом. Так, наверное, хильнемся. И добивай его. Хм. Так, ко столом остался, да? Но он у нас зеленый, поэтому он очень мощный. С пониженной броней, правда, он не такой страшный, но все-таки. Добиваем. Все, ребята. Все идет по маслу. Я бы, ребята, с удовольствием бы хотел получить вот этот вот элитный ареновский пак. Ты прикинь, 100 элитных карточек. Вот это было бы круто. Но такой мне еще ни разу не выпадал. Опа, прилив сил. Шикарно. Так, ну что, друзья мои, мы с вами зарабатываем пак и переходим на мини-босика. Это я забираю. Сразу, по-моему, вскрывается он, да? Точно, содержит новичков.
Громобой, шторморез, костолом. И все? Что-то как-то жиденько. Ну и что у нас тут? Так, смотри-ка, тройной удар черный какой-то аж. Плюс громобой. Слушай, они все одинаковые, абсолютно. Одинаковые у них удары. Ничего нового нету. Так, громобой, ты что будешь делать? Понял, атакуешь барсика, да, значит? Тихо, ты успокойся. Так, нужно, знаешь, что нам сделать? Понизить ему броню. Ой-ой-ой, он же сейчас сделает суперудар. Хм, нет. Не стал почему-то делать. Ну, тогда мы сделаем вот так. Здесь у нас опять шепот смерти плюс костолом. Поехали. В принципе, ему крышка. Остается костолом. А вот то, что он себе усилил атаку, это плохо. Это нам не очень... Оу, щит! Ничего себе, кривоклык, ну ты даешь. Крутанем, крутанем. И посмотрим, что 75 миллионов рыбы. Фигня. Так, друзья мои, у нас... Так, еще две энергии. То есть мы с тобой заработаем вот этот пак. Потом здесь подеремся, сюда перейдем. И останется еще на одну серию. 4 дня, да? У нас еще в запасе есть, чтобы пройти это событие. Я думаю, мы уложимся. Так, ну что у нас тут? Водорез плюс шепот смерти. Даже не попал, а? Слушай, они слишком часто стали промахиваться. Я не знаю, ребята, от чего зависит. Может быть, от уровня? У них уровень всего лишь 13. А вот тут попал. Ладно, добили. Так, здесь, наверное, нужно вот с этого начинать. Плюс хиляемся. Кусаем. Так, тихо, успокойся. Неугомонный ты наш. Так, понижаем броню. Укус. Сейчас будет огнем пыхать. А нет, смотри-ка, просто сделал удар хвостом. Тогда крышка ему. Отлично. Так, ну что, еще один поединок у нас с тобой впереди. Ну что, давай посмотрим, что нам здесь выпадет. И это древесина. 75 миллионов. Ну слушай, древесина — это хорошо. И забираем с тобой пак, который тоже тут вскрывается. Содержит 5 элитных. Так, кошмарный пристиголов, крылатый ужас, костолом, водорез и кривоклык. Ну что, двигаемся дальше. Последний у нас здесь с тобой поединок. Я думаю, что мы его сейчас пройдем на изи. Так, 2 костолома. Тут 2 костолома. Ну-ка, ну-ка. Во, начнем с красного. Он довольно быстро разбирается. Что нам, как говорится, на руку? Так, добьешь? Красавчик. Ну что ты там дергаешься, а? Дергается он мне. Слушай, я, наверное, пока не буду, ребята, тратить. Мне нужно отхил. А он сейчас что-то сделает. Наверное, разбег или что? Огнем дышать? Он, по-моему, еще и промахнулся, ко всему прочему. Так, барсик залеченный. И переходим с тобой на последнюю волну. Тут у нас драгур плюс шторморез. Ну ты заметил, да? Промахиваются только на изи. Тут что нам сделать-то лучше? Мы, наверное, вот так. Плюс укус.
Что он будет делать? Кусает. Промахнулся. Что с ними не так, а? Почему они такие, ребята, суперметки у нас? Ну что ты, Драгур, все, сейчас тебе будет крышка. Ну вот, друзья мои, испытания у нас на сегодня закончены. Ну, крутанем, крутанем. Что нам делать еще? Именно вот я думал, что все-таки останется на плоде. Но нет, ребята, переметнулось, да, на древесину. Вот смотри теперь, короче, получается у нас 1, 2, 3, 4, 5. 5 поединков. Так, у нас с тобой 418 древесины. Так, ветрокрыло мы с тобой отправим сейчас так за железом. Пускай летит. События. Так, 4 дня в запасе, да? Из расчета того, что я 2 дня трачу на работу. Да, нам хватит, ребят. Успеем мы пройти. Давай заберем здесь награды. 50 скляночек плюс еженедельные, да? Так, и здесь еще 60. 110 получается. Ну что, остается у нас только арена. Ну что, давай пойдем, у нас есть одно место для пака. Кстати, я давно заметил, ребята, нам не выпадают редкие. Про легендарные я вообще, про эпические молчу. Ну, поехали. Один поединочек можно, да, сыграть? Ну, я имею в виду один этот пак вождя получить. Ну и кто у нас тут? Громель, Хофер и Пристиголовый. Поехали, вот так начнем. Так, ну слушай, Хоферу, по-моему, крышка приснилась. Сейчас мы его добьем. Так, не надо. Я так и думал, что огнем будет жарить, а? Кусаем. Понижаем. Опять плыхнет. Промахнулся. Так, давай быстренько его добьем, а? Достал он уже здесь. Так, и хильнемся. Ох, сейчас, друзья мои, фаербол полетит в нас. Посмотри, сколько энергии. Люто. Ну, я думаю, что ему крышка. Так, добьешь? Н-н-н. Значит, еще один фаербол нам в лицо сейчас прилетит. Но он этого не стал делать, не знаю почему, ребят. Все, победили. Так, смотри-ка, здесь у нас Сарделька, Лаварык и Шторморез. В принципе, здесь ничего страшного нету. Штормореза мы с тобой сейчас ушатаем. Потом Сардельку. Ну, а в конце уже Лаварык. Поехали. Тут обязательно нужно понизить броню, потому что иначе мы будем его тут до посинения разбирать. Лаварык, что будет делать? Промахиваться. Он будет промахиваться. Так, Сарделька сейчас будет атаковать Барсика ведь, так? Нет. Интересно. Так, уничтожаем Сардельку. И остается Лаварык. Промахивается. Так, ну что, ребята, понижаем ему броню, естественно. И со всех орудий. Из всех орудий по нему. Он что-то еще брыкается. Ты посмотри-ка на него, а. На, получи и распишись. Ну вот у нас и последний поединок. Значит так. Ужасное чудовище, да? Криво-крив. И Сарделька. Так, успокойся там, а. Смотри, что творит. Ё-моё, с пониженной броней. Я думал, Сарделька будет атаковать нас. Нет, не стало. Так, обойдемся пока.
А может быть и не обойдемся. Сейчас может нам это боком все выйти. Твою налево, я так и думал, ребята, что ничего хорошего из этого не получится. Ну что, нам надо быстренько криво этого уничтожать. А у него ух, сейчас фаерболы полетят. Сейчас полетят фаерболы. Чего? Чего? Слушай, этот гадюныш очень мощный, ребята. Очень мощный. Так, зеленый по фиолетовым, да, наносит неплохой урон. Давай так сделаем. Так, ты опять фаербол будешь лепить? Жесть. Так, ну что, мы добьем, наверное, да? Офигеть, почему, ребята, он ходит по 33 раза? Объясните мне, а? Чего? Он повысил себе атаку? Все, тогда нам крышка, ребята. Блин, надо было все-таки разбирать первым криво-криво. Ну вот и пак вождя. Давай-ка посмотрим. Древоруб, шторморез, крылатый ужас и кривет. Экзотический шепот смерти плюс криво-клык. Ветрокрыл, ребята. Получил одну карточку. Это еще 5 нужно. Да. Ну что, друзья мои, наверное, на этом, пожалуй, сегодня мы будем заканчивать серию. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!